День безопасности. Внимание всем. Республиканская акция МЧС продолжается. В торговых центрах города сотрудники МЧС развернули интерактивные площадки. Выставка сгоревших электроприборов и домашних приборов, правила поведения в толпе, эвакуационные знаки, экстренная помощь и другие. На входе раздавали буклеты и брошюры, а за правильные ответы на вопросы солигорчанам вручали призы. Спасатели организовали мероприятие под названием «Парк безопасности» с работой интерактивных площадок, на которых граждане совместно с активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей и пожарных смогли повторить правила безопасности и вспомнить действия по сигналу «Внимание всем».